Татьяна Миллер, вам спасибо большое за этот вопрос, я его прям зачитаю. В нашей стране новый бум. Не думай сам, спроси Влада. По-моему, ваши выпуски воспринимают не как советы, спасающие от необдуманных поступков, а как панацею от всех проблем. Влад, желаю вам крепкого здоровья и сил. Берегите себя, среди ваших фанатов мелькают психи и фанатики, путающие симпатию с вожделением. Успехов вам и вашей команде на этом поприще. Спасибо большое и спасибо, что понимаете суть проблемы. На самом деле, доходит до смешного. Я открыл специально офис с юристом, который помогает решать ваши вопросы. Вот мне пишут люди, допустим, вот мне не выплатили зарплату, помогите. Я говорю, обратитесь к юристу, вам растолкуют и составят, вам помогут составить заявление в трудовую инспекцию, чтобы вы могли отстоять свои интересы. Нет, Влад, вы вот приезжайте и решите мне этот вопрос. То есть вместо того, чтобы решать это по закону, а государство позаботилось о том, чтобы вы свои интересы могли отстоять по закону, вам проще чирикнуть звуковой файл или написать, так, Влад, там приезжает, вот у меня проблемы, мне 17 тысяч не заплатили. Не, ребята, так жить нельзя. Надо свои проблемы учиться решать самим, а не нажимать волшебную кнопку Влад, которую, кстати, не существует. Так что делайте выводы, смотрите программу, делайте выводы и учитесь решать свои вопросы самостоятельно, в рамках закона.